Работа с молодыми – это, наверное, самое приятное, что есть в активности куратора. Это всегда наблюдать, как рождаются идеи, это подсказывать ребятам, как создавать проекты. И я ожидаю, что будут интересные проекты. Я ожидаю, что я сама получу как куратор большое удовольствие от того, что их прочту, исследую, потом познакомлюсь с новыми художниками, и мы создадим что-то интересное для зрителей. Было за это время уже 3 выставочные площадки, и, если честно сказать, я пришла сейчас в выставочное пространство и подумала, как же здорово я придумала тему, на тему новых мифов. Потому что в павильоне «Космос», в этом прекрасном полуанфиладном зале, делать выставку про мифы, про новые старые мифы, мне кажется, это вот просто именно мы туда попали, именно в тот универс. Я не буду говорить, что какие-то неожиданные моменты меня будут прямо прельщать, но, наверное, проект должен быть интеллектуальным, умным. Я должна почувствовать характер художника, я должна почувствовать его страсть к этой теме. Сразу взвесьте свои силы, сразу как бы посмотрите на пространство вокруг, ваше это или не ваше, и презентируйте его всеми возможными доступными способами. Когда я выбираю проекты, мне очень хочется выбрать именно того, кто не случайно попал на площадку современного искусства. Хотя именно в номинацию видеоарт попадают очень многие художники, закончившие, например, факультет кино, либо анимации, либо какие-то другие смежные факультеты. Я верю в то, что именно эта площадка их заденет, и они здесь будут делать стыки между визуальным искусством, киноискусством, поэзией, театром, перформансом. И мне кажется, вот те победители, которые были в моей номинации, они успешными шагами двинулись вперед, завоевав какое-то большее влияние в мире современного искусства, получив какие-то гранты резиденции, показав проекты на премиях там, «Инновации» либо премия Кандинского. То есть совершенно точно команда помогает художнику сделать перфекционистский проект, который не стыдно показать никуда. Вот в проекте «Взгляд» все, как художник задумал, и как мы с ним скорректировали этот проект, так и то и получает воплощение.